выходили из окружения по дороге с боем. Сколько человек у вас было? 150. И 150 сколько в живых осталось? В живых не знаю, со мной 17. То есть вот 150 человек, они в итоге после обстрелов рассеялись при выходе из отступления или как? Шли колонной. На Сарабешево вышло две машины. А какая-то связь была со своим штабом? Что говорили делать? Помогали там со снабжением? Выходить из окружения. Сухой паёк. Был отдан приказ выходить, мы выходили. Нам ставили задачу, мы ее выполняли. Что-то где-то преподносить. Есть операция, мы в ней участвуем. Все. А какое моральное состояние у личного состава было? Сейчас все хотят домой. А вот эти 3-4 дня? Тяжело было? Тяжело было.